И радикал, который вчера ранил полицейского возле Соломенского суда в Киеве, оказался бывшим участником АТО на Донбассе. Зовут его Александр Федорченко. Сейчас он является членом так называемого внутреннего корпуса батальона «Донбасс». Об этом сообщил нардеп Егор Соболев. Парламентарий пытается оправдать поведение радикала. Он говорит, что задержанный прошел все ужасы Иловайского котла и вообще якобы не целился в правоохранителя. Пуля вроде как попала в полицейского случайно. Соболев утверждает, что донбассовец после того, как сотрудники спецназа начали его бить, вытащил наградной пистолет и дважды выстрелил в асфальт. По данным наших коллег из издания «Думская нет», наградное оружие стрелка – это подарок главы МВД Арсена Авакова. В четверг под зданием суда, где мэру Одессы избирали меру пресечения, произошли столкновения между сторонниками мэра, которые приехали в столицу поддержать Геннадия Труханова, и представителями ряда националистических организаций, нацдружинниками, бойцами батальона «Донбасс», а также радикалами из С-14. В конфликте пострадали 20 человек, среди них один полицейский, получивший огнестрельное ранение в ногу. Силовики задержали более 10 радикалов.